Ходим, гуляем. Ребята разбежались куда-то. Так, сигнальчик такой. Уверенный, кстати. Вроде. Сейчас посмотрим. Так. Опа. Что-то выкопали. Выкопали. Угу. Что-то тут. Оп, ребят, что-то такое интересное, походу. Так. Угу. Крестик. Да, серебряный, ребята. Крестик серебряный. Вот это да, целый. Офигеть. Все, мусорить не буду. Я думаю, и так видно. Вот это шик. 40 минут тишины. И тут раз на тебе такой сигнал. Сейчас поближе покажу. Опа, вот он. Натереть его не буду. Но это, ребят, серебро. Прям четко видно. Серебряный штурвальчик целый. Это шикардос. Вообще. Загляденье, можно сказать. Что-то такое здесь. Сигналит. Кстати, глубина небольшая. Посмотрим. Опа. Видать, что-то маленькое, походу. Что-то, наверное, маленькое. Сейчас будем смотреть. Так. Да, что-то маленькое где-то. О, ребята, чешуйка. Да, о чем говорил, вот валежничек, надо проверять их. Когда места такие уже сильно выбитые, скажем так, надо проверять вот, под таким вот валежнички все. Чешуйка маленькая, но зато смотрите, какая рельефистая. Чешуйка хорошая. Да. Для любителей и профессионалов магазин металлоискателей грунтовик.ру. Большой выбор металлоискателей от ведущих мировых брендов. Катушки, аксессуары, запчасти, акции и скидки. Быстрая бесплатная доставка от 10 тысяч рублей курьерскими службами. Различные способы оплаты, включая оформление в кредит. Покупая в магазине «Грунтовик», вы получаете 100% оригинальную продукцию и гарантийное сервисное обслуживание в официальном сервисном центре. Интернет-магазин «Грунтовик.ру». Найди свой клад. Так, ребят, сигнал с железом, ну, цветнину бьет, но с железом. В таких местах эти сигналы копать надо. Это что-то рукотворное. Металл, но похоже, да, железо должно быть. Но рукотворное, может все что угодно быть. Это не везде, конечно. Так. Так, что-то тут.
Что-то маленькое. Может и мусор быть. Так. Вот когда наверху уже... Ага, в руке. Что-то в руке. Ну, что-то маленькое, наверное, мусор. Мне кажется. Вот какая-то железочка, по-моему. Не, ребят, наконечник. Наконечник. Ну, я же говорю, может быть, что-то полезное будет. Наконечник. Вот это да. Вот такой маленький наконечник. Подустал, конечно, он, но все равно, как бы это, почистится и будет такой более-менее приличный вид он иметь, конечно. Очень приятная находка, очень. Вообще, аж прям дух замирает, когда такие вещи, просто понимаешь, на сколько веков данный вот этот наконечник, это примерно, наверное, что-то век 10-й где-то, может быть, вот так вот. Здесь вот маленький такой тоже сигнал. Что-то небольшое должно быть, но цветное. Сейчас посмотрим. Угу. Что-то маленькое. Что-то такое небольшое. Может мусор быть? Уп, сразу прям, ребята, сразу. Загреб. Чего хорошо, эта катушка, кстати. Но мне нравится с этой про. О! Вижу. Чешуйка. Прям отсюда вижу. Вот она. Вот она родимая. Сейчас сниму перчатку. А-а-а. Маленькая. Тоже в такой в патине, в черненькой. Бывает прям светлые. Алексей Михайлович, царь Алексей Михайлович. Алексей Михайлович, короче, чешуйка Михайловича. Да, красота, а? Вон, такая малышка, вот она. Хороша. Душновато сегодня, кстати. Сигнал уверенный. Чистый, по крайней мере, ребята. Сигнал чистый. О, сейчас чуть корни попал. Корни. Опа. Так. Ух ты. Что-то тут. Угу. Так. Вот что-то такое. Что-то есть, ребят. Привеска какая-то, что ли. Крестик. Ребята, крест. Да-да-да. Блин, полтора часа уже ходьбы. Корсунчик. Вот это да. Это оловянный. Оловянистая бронза. Оловянистой бронзы, конечно, но целый это крестик, целенький. Красота. Прелесть, вообще прелесть. Маленький корсунчик, целый, в целом виде. Да. Хороший экземпляр. Такие малюсенькие, блин, да еще в целом виде. В хорошем сохранчике, в таком более или менее. Редкость, конечно. Шик, ребята. Шик. Прям хочется крикнуть даже. Так, ну что, сигнал. Залез вот, блин, вот в такие вот дебри залез.
И тут сигнал, где он. О, потерял, что ли? Сейчас. Включился. Почему? Потому что он уверенный. Уверенный цветной. Но что сейчас выкопаем, как бы, я, честно сказать, не знаю. Все что угодно. Так. Все что угодно, вплоть до пробок, которых здесь тоже полным-полно, к сожалению. Естественно. Так. Где-то тут. Так, что-то не пойму. Здесь. Что-то рвет маленькое. Зацепил. Зацепил. Пойму. Ага, о, тут что-то. Вот что-то в руке. Крестик, что ли? Не, серьга. Ребята, это серьга. Ну, без верхней такой петельки. Серьга, да. Такие еще висюльчики должны быть. Голубец называется. В этом сезоне, кстати, что-то мне на них прям везет. Третий, по-моему, уже с начала сезона. Бронзовая должна быть. Бывают и серебряные они. Но чаще всего встречается сплав, там, бронза с медью, например. Оловянные бывают. Ну, вещь прикольная, классная вещичка. Вот она поближе. Покажу вам. Так он выглядит. Классная штучка. Рядовая, в принципе, как бы. Но, как находка, вещь очень-очень шикарная. Ну, здесь такие места, ребят. Тут такие места, все что угодно. Ух, может попасться. Вернее, попадалось сейчас уже все реже и реже. Вот залез вот такие вот дебри. Решил тут немножко поскакать по вот этому валежнику. Ну и вот, не зря. Все-таки я сюда забрел, вот этот валежничек. Движемся сейчас вот в ту сторону. И вот, на белый свет появилась древнятинка. Понятное дело, что сигнал был плюсовой. С легким подбрасыванием в чернину. И вполне живой. Вот такой вот небольшой ножичек. С наростом, конечно, но тем не менее, вот такой ножичек появился. Класс. Люблю железо. Вот поступил такой сигнал, тут выкопал. Оказалось, вот такая вот находка. Нож грибника. Нержавеющая. 50 копеек. Ну, старый же такой тоже. Ну, как даже старый. Он ручка гнить начала. Понятно, что современный. Вон, да, даже такие вот находки попадаются. Чешуйки, крестики, наконечник. И тут раз, и ножик современный. Да, вот здесь тихий такой сигнал. Но цветной, что-то маленькое. Сейчас посмотрим. Опа! Что тут? Дальше в руке что-то маленькое. Нет, может быть, чешуйка. Не понял. О, выпало. А здесь что? А, браслет мой. Ёлки зеленые, я думаю, что такое-то.
Остро рыбка. Чешуйка, да. Вот она выпала прям. Выпала, дорогие мои, с комочка. Вот она. Обломленная. Да, обломленная. Вот так вот. Чешуйка. Чья, непонятно. Верха нет чешуйки. Или непонятно чья. Вот такой вот прям замечательный 25-го года белончик. С пылу с жару. Свежачок ждал нас в земельке. Эх, ребята, блин, жалко. Перстенек, смотрите, ранний перстенечек был. Ну, землей его трепануло с таким красивым узором. Ну, вот в таком виде весь загнутый. Так. Сигнал что-то изменился. Ищем. О! Смотрите. Вот. Тихо-тихо-тихо. Стоять, родимая. Вот она. Да. Рядом прям. Так, куда делась? А, вот, прилипла. Рядом. Полтора метра и... Сейчас еще походим. Фиг его знает. Так. Царь Петр. Петровская. Это Петровская. Это он, царь Великий Петр. Блин, ребята, вот еще одна печаль, блин. Перстень был серебряный. Где-то, ну, в районе шеснаря. Где-то 16 век был. Вот такой вот обломочек с таким вот сюжетиком. Был бы целый, был бы вообще. Был бы, конечно, шикарен он. Но, к сожалению, что-то в виде шмурдичка теперь. Такие находки, они расстраивают. Ну что, мальчики и девочки, на сегодня заканчиваем. Где-то еще час, наверное, с лишним. Полазил я тут. Короче, нифига больше ничего нет. Пробки, какой-то мусор. Время сейчас 5 вечера, так что сейчас уже выдвигаемся в сторону автомобиля. Благо здесь недалеко, до него все равно идти. Ну так, где-то сколько идти? Где-то километра полтора. Наверное, топать придется. Ну, относительно, в общем, недалеко. Сейчас по рации с вами свяжусь сейчас с товарищем по рации, где он там лазит, и будем выдвигаться в сторону автомобиля. Ну, сегодня как-то так, в принципе, ну, блин, от игол сегодня, в принципе, неплохо поработал. Находу, конечно, мало, вот, но тем не менее, в принципе, нормально поработал он. Вот, как говорится, я его сегодня выгулял, ну, так что все нормально, можно пока поставить его в угол, пускай стоит, а летом уже на пруд, под водой будем с ним искать. Ладненько, заканчиваем. Ну, как всегда, что вам говорить, вы уже все знаете, не забываем там что-нибудь понажимать под видео, вот, оставить свой комментарий. Ну и, конечно же, кто уже вовсю копает и кто только начинает копать, всем, ребята, от души желаю хороших находок, побольше под катушку червонцев золотых. Ну и все, с вами был, как всегда, я. До новых встреч, пока-пока.